Кошка. Абдул-Меджид. Что может быть легче? Леша. Аля. Правильно. Бахче. Сад. Гюльфидан. Гюльфидан. Ле жарден. Ле жарден. Ле жарден. Аферин, сад. Молодец, отлично. Ач. Дерево. Ла плант. Неправильно, умник. Ля плант – это растение. Дерево – это лягба. О, Салиха, ты такие трудные слова знаешь и молчишь. Мадемуазель, это надо отпраздновать 10 пушечными залпами. Салиха приняла впервые участие в уроке. Повелитель, мне кажется, вы немного устали. У вас снова бессонница. Хашияр, мне кажется, в этом дворце ты лучше всех меня понимаешь. Да, в последнее время плохо сплю. Меня не покидают плохие мысли. А тут еще и Салиха вас огорчила. Сегодня я гуляла в саду и проходила мимо старого павильона. Я поражена настойчивостью учительницы. Она продолжает занятия с Салихой, несмотря на ее упрямство. Занятия? Да, я видела, как учительница заходит с детьми в павильон. Я еще подумала, как она смеет давать уроки без вашего позволения. Но потом мне пришло в голову, что она бы не посмела, что она, конечно, спросила у вас разрешение. Значит, вы ни о чем не знали? Не знал. Как она посмела? Поначалу я относилась с пониманием ко всем ошибкам учительницы. Я думала, что она так поступает, потому что не знает дворцовых правил. Однако теперь мне кажется, что это не от глупости. Она все знает, но пренебрегает правилами. Ну вот. У вас настроение испортилось. Может, не стоило вам это рассказывать? Нет. Все правильно. Стоило. Господин посол, простите за неожиданный визит. Как вы говорите? Сюрприз? Я тоже люблю делать сюрпризы. Надеюсь, мой вас не огорчил. Что вы, я счастлив видеть вас здесь. Это так любезно с вашей стороны. Присаживайтесь, чем вас угостить? Не стоит беспокоиться, я ненадолго. Вы меня огорчили, Дмитрий. Я думала, вы из тех, кто доводит начатое до конца. Но, как видно, ошибалась. Не понимаю, госпожа. Какое дело я не довел до конца? Один из наших людей не умер. Он ранен. Мой брат Махмуд делает все, чтобы вылечить его и заставить говорить. Входи. Повелитель, вы желали меня видеть? Приведи ко мне учительницу. Слушаюсь.
Не стану скрывать. В прошлый раз вы произвели на меня впечатление. Однако, узнав, что один из пленников выжил, я была разочарована. Вы правы. Поскольку я никогда не оставляю свои дела незавершенными. Однако результат налицо. Мне жаль. Я было подумала, что могу на вас положиться. Ошиблась. К счастью, я это поняла еще в начале пути. Потому что мой главный принцип – иметь дело только с самыми надежными людьми. Я докажу вам, что я из тех, на кого можно положиться. Посмотрим. Повелитель? Вы желали меня видеть, повелитель? Правда ли то, что я слышал? Ты сегодня проводила урок с Салихой? Правда, повелитель. Чтобы Салиха не отстала в учебе. Да как ты посмела? Как ты посмела ослушаться моего слова? Я еще днем вам сказала, что нахожу наказание слишком строгим. Чем больше вы стараетесь ее присмирить, тем больше в ней будет гордыни. Дело не в Салихе, как ты не поймешь, а в том, что ты не считаешься с моим словом, пренебрегаешь моей властью. В тот момент я переживала не о вашей власти. Вы тоже меня поймите. Я только стараюсь выполнять свои обязанности. Итак, хватит! Как ты смеешь? В этих покоях никто не смеет повышать на меня голос. Никто! Знай свое место! Я... С вашего... Я не хотел тебя обидеть или расстроить. Тем более доводить до слез. Неужели ты не понимаешь, как важна для меня? Мое сердце разрывается на части, когда ты плачешь. Повелитель, я не хотела вас прогневать. Простите меня. Представляю, как учительница досталась от повелителя. Досталась так за дело. Вы правильно сделали, что рассказали султану. Разве я могла упустить такую возможность? Это еще не все. Постепенно я лишу ее расположения повелителя. Ты ведь строго-настрого наказала человеку с кухни молчать. Конечно, а уж когда он увидел золотую, то обещал помалкивать, даже если его будут резать. Отлично. Господь милосердный, что тут делают эти женщины в такой поздний час? Горе мне бедному! Зачем я их только увидел? Пойду-ка я лучше. Салиха, как ты? Просто замечательно. Ну разве не красота? Полный стол есть. Чем вас угостить? Черствым хлебом? Водой? Понимаю. Но немного терпения. Какое еще терпение? Вы посмотрите вокруг. Может, учительница права. Напрасно я вас послушалась. И что ты станешь делать? Пойдешь униженно просить прощения у учительницы? Может, лучше унизиться и попросить прощения, чем оставаться тут? Тебе не придется склонять перед ней голову, Салиха. Я вытащу тебя отсюда. Каким образом? Вот увидишь. Ты, главное, не притрагивайся к хлебу и воде, что тебе приносят. И верно, лучше умереть от голода и жажды. А кто сказал, что ты останешься без еды и питья?
Ты только делай, что я тебе скажу, и увидишь. Очень скоро повелитель снова будет лелеять свою доченьку. Я был совсем ребенком, когда потерял отца. Меня вырастил покойный дядя Селим Хан. Он обращался со мной как со своим сыном, искренне любил меня, но... В таком возрасте ребенок все равно нуждается в отце. Я хочу, чтобы мои дети выросли, зная, что я всегда рядом. Чтобы они знали и видели, что я о них забочусь, думаю о них. Может, сейчас Салихай сердита на меня, но впоследствии она поймет, почему я так поступил. Не знаю, зачем я тебе это рассказываю. Может, тебе надоело слушать? Вовсе нет. Ваши слова очень близки моему сердцу. Я прекрасно знаю, каково это – потерять родного человека. Я в младенческом возрасте лишилась матери. Мой отец не смог перенести эту боль, и мы уехали из России. Долгие годы путешествовали, переезжая с места на место. Как будто можно сбежать от боли в душе. И что потом? Потом мы приехали в Стамбул. Этот город меня так очаровал. Я так его полюбила, что не хотела никуда уезжать. И отец здесь словно успокоился. Сказал, что мы нашли свой дом. Может, уже тогда я почувствовала... что моя судьба в этом городе. Как хорошо, что судьба привела тебя к нам. Человек начинает жить, когда начинает любить. Это Шекспир. Глубокий смысл. Ты с этим согласна? С некоторых пор, да. Мне снился сон, который мне совсем не следовало видеть. Не знаю, что тебе снилось, но на лице у тебя было столько счастья, что дай бог сбудется. Не говори так. Возьми свои слова обратно. Сейчас же возьми обратно. Да что с тобой? Рассказывай, что тебе снилось. Нет, 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 ни за что не расскажу. Даже представлю, что никакого сна не было. Мне следует держаться подальше от повелителя. Да, так будет лучше всего. Значит, тебе снился повелитель. Ну и почему же тебе следует держаться от него подальше? Так надо, Эпери. И по возможности какое-то время не показываться ему на глаза. Да-да. Вообще не появляться. Иначе я так долго не выдержу. Его Величество Султан Махмуд. Что ж, Намык Паша, начнем с тебя. Ты подготовил отчет? Подготовил. Здесь все сведения о янычарах, числящихся в списках, а также об оружии и состоянии обмундирования. Отлично. А что по второму делу? Во-первых, очень важно правильно выбрать место для оружейного завода. Для него нужна большая территория. Оружейный завод?
Советники, послушайте. Просто реформировать корпус янычар недостаточно. Необходимо идти в ногу со временем, а где возможно, опережать его. Мы построим оружейный завод и сможем сами производить оружие и порох. Повелитель, с вашего позволения, разве у нас нет оружия и пороховых запасов? Есть, великий визирь, да только их недостаточно. Когда-то у нас было самое легкое оружие и самый качественный порох. Весь Запад у нас порох закупал, однако сегодня все изменилось. Они развивают технологии и уже далеко ушли вперед, а мы отстали. Теперь мы у них покупаем оружие, и этому нужно положить конец. Повелитель, а как же это сделать? Будучи в Европе, я договорился с одним русским инженером, мастером своего дела. Он скоро будет здесь. Отлично. Со временем и мы откроем специальные школы, где будем обучать собственных инженеров. Да поможет нам Всевышний. Будущее за теми державами, которые производят собственное оружие. Повелитель, вы, несомненно, правы. Но вы также должны понимать, что новое оружие европейского образца потребует и новой армии. А янычарам это может не понравиться. А ты нам на что, Халид Эфенди? Твоя задача как раз сделать так, чтобы им понравилось. Убеди их. Разъясни янычарам, для чего нужно новое оружие. Я? Ну да. Всем известно, каким влиянием ты пользуешься среди янычар. Пусть это принесет нам хоть какую-то пользу. Можете идти. Заирага. Приведи Бехчета Мулу. Даст Бог, все будет так, как ты хочешь. Отчего ты переживаешь? С утра сама не своя. Я жду важных вестей от Халита Эфенди, но со вчерашнего дня ничего не слышно. Не волнуйся, появится. Я была так близка к цели. Еще немного, и я бы добилась всего, о чем мечтала. Не сдавайся, Эсма. Этот трон — твое право. Я не сдаюсь, матушка. Но для начала мне придется исправлять ошибки, которые допустили другие. Повелитель, мы все перепробовали. Сделали все, что могли. Но этот человек не приходит в себя. Боюсь, до вечера он не доживет. Ясно, Бехчет Мулла. Ступай, скажи, чтобы направили ко мне учительницу. Намык-паша, раз ты уже на ногах и хочешь принести пользу, вот тебе поручение. Пойдите с Мусой в кофейню, куда захаживал хромой Ариф, и заведите там разговор о том, что Ариф жив и готов заложить своих подельников. Сделай так, чтобы тебя услышали все. Ясно, повелитель. Хотите поймать с поличным? Как сказал наш пророк, война — это хитрость. Доброе утро, голубка. Повелитель ждет тебя, следуй за мной. Ой, не могу. Мне нужно держаться подальше от повелителя. Ладно, так ему и передам. Нет, не вздумай. Да разве я бы посмел? Если повелитель позвал, ты должна предстать перед ним и точка. Иди уже, наконец. Хорошо, пойду. Но тогда не буду смотреть ему в лицо. Ступай уже, пойди к нему, а дальше делай, что хочешь. Хочешь, в пол смотри, хочешь, в небо. Да, это хорошая идея. Войти войду, а смотреть не буду. Да. Нет, ну за что мне это наказание? Вечером в Пера ужин с русскими купцами вы просили напомнить. Благодарю. Постой. Вели, чтобы запрягли посольскую карету, поеду во дворец. Что-то случилось, Митя?
Нет. Хочу повидать нашу Аннушку. Нужно, чтобы она один пустячок уладила. Я думаю, что нужно испытать твою мазь. Тот человек почти покойник. Если попробуем хуже, ему не станет. Анна? Анна? Я к тебе обращаюсь. Ты меня слышишь? Почему ты на меня не смотришь? Просто... Мне солнце глаза слепит, поэтому я не могу смотреть в вашу сторону. Пожалуйста, говорите, я слушаю. Что же это такое? Каждый день что-то новое. Так вот. Так вот, Анна, по поводу мази, о которой ты недавно рассказывала. Да-да, рассказывала. Хорошо, я приготовлю мазь, повелитель. Но мне нужны кое-какие травы. Попроси у Бехчета Муллы все, что надо. Хорошо. В таком случае я пойду, если позволите. Ладно, можешь идти. Заир, на меня светит солнце? Нет, повелитель. Сейчас и солнца-то не видно. Что за странности? Иди и помоги учительнице во всем, о чем попросит. Слушаюсь, повелитель. А, это ты, Джеврик Алфа? Не приноси зря еду, я не стану ничего есть. Салиха, перестань, прошу. Зачем ты упрямишься? Так и заболеть можно. Разве повелителю не все равно? Если он считает, что я достойна такой пищи, то уж лучше я совсем не буду есть. Ну что ж, сам видишь. Как знаешь. Шафран? Смешно. Заирага, попроси уважаемых лекарей выйти и мне не мешать. Иначе уйду я, и им будет только хуже. Вы слышали учительницу? Немного ли эта женщина на себя взяла? Только в могилу его быстрее сведет. Спасибо тебе, Хикмет Ага. Ну, ты доволен жизнью? В твоем доме снова есть хлеб. Спасибо за все, Муса Ага. Да пошлет Всевышний нашему повелителю долгих лет правления. Благодаря ему и вам мой дом снова полная чаша. Но только почему до сих пор не пойманы те, по чьей милости голодала вся столица? Мы ждем не дождемся, когда же эти негодяи будут наказаны. Не беспокойся, Хикмет Ага. Всему свое время. Один из этих разбойников, хромой Ариф, был ранен. Но лекари его уже подлечили. Теперь он запоет, как соловей. Ждать осталось совсем недолго. Скоро все зачинщики будут арестованы. Тебе конец, Фитахага. Добрый день. Добрый день, господин посол. Только пройти вы не можете. Причина? Не положено. Высочайшим указом на некоторое время вход во дворец запрещен. Все официальные встречи отменены. Мне необходимо пройти. У меня во дворце безотлагательная встреча.
Никак нельзя. Таков приказ. Строжайший. Об отмене приказа вам будет сообщено в посольство. Прекрасно. Раз таков приказ, ничего уж не попишешь. Господи, это всего лишь сон. Почему он не выходит из моей головы? А вот на этот раз это не сон. Беги, Анечка. Заир, учительница зашла в курительную комнату? Да, повелитель. Так вот, кто здесь отдыхает. Однако, так накурено. Вы бы хоть окно открыли. Что за странная женщина? Что ж, не стану вам мешать. Курите. Доброго здравия. И доброго дня. Ну, кости не подведите. Видали? Да у тебя руки словно в мёде. Какой еще мед? Это удача. Большая удача, дурень. Давай, бросай, теперь твой ход. Надо поговорить. Сейчас, Хабиб. Бог послал мне удачу в игре, ее нельзя упустить. Вот выиграю денег побольше, а там, глядишь, мне и в любви повезет. Ну-ка, вот так. Надо же, опять он выиграл. Слушай, не время сейчас для утех. Хромой жив. Я слышал, он вот-вот запоет, как соловей. Что? Фетах, ты куда? Заткнись. Что ты такое говоришь? Что значит хромой жив? Я видел в кофейне дворцового оружейника и того пашу, который с запада приехал. Как бишь его? Намых паша? Да, он самый. Вот он и расхвастался. Оказывается, Ариф только ранен, а не убит. И сейчас его во дворце лечат вовсю. Так вот, он уже на поправку пошел, так что вот-вот заложит всех, кто замешан в истории с голодом. Да, дело плохо. Хуже некуда. Я как только это услышал, вспомнил о тебе. Твое имя он назовет первым, Фитахага. Что? Что ты такое говоришь, пес? Да отпусти ты меня! Я правду говорю! О тебе же забочусь. Первым делом тебя разыскал, чтобы предупредить. И то верно. Вот что, Фитахага, тебе сейчас лучше исчезнуть. И не вздумай идти домой. Согласен. Ты сюда осторожно шел. За тобой никто не следил. Нет, я проверил. Со мной никого не было. Жди меня возле башни, когда стемнеет. Проверь, чтобы за тобой никто не следил. А мне вначале надо кое с кем встретиться и поквитаться. Ваше превосходительство. Мне, русскому послу, дали отворот-поворот. Митя, выпей воды, успокойся. Я тебе не Митя! Ничего. Я найду способ повидать Анну. Я прикажу, чтобы прибрали. Ваше превосходительство. С Богом!
Сегодня мой день, Заир. Как и все дни, повелитель. Тебе бы только хвалить каждый мой шаг. Хоть бы раз сказал повелитель, ты не прав. Что вы, повелитель, как я посмею? Чего-то не хватает, ты не находишь, Заир? Рядом не крутится наша любопытная учительница. Учительница! Хватит прятаться, я тебя вижу. Почему ты пряталась, Анна? Почему я пряталась? Нет, я просто гуляла, уронила шпильку, уже нашла. Как раз собиралась возвращаться во дворец. Надо же, даже не попросишь, чтобы тебе дали пострелять из лука. Наконец нашлось занятие, которое не интересует нашу любопытную учительницу. Верно. Доброго дня. Значит, ты признаешь, что есть вещи, которые не под силу женщине? Нет, не согласна. Я считаю, что женщины могут справиться с чем угодно, если захотят. Вы позволите, повелитель? Конечно. Поняла, как держать лук? Вот так? Не смейтесь, тетива тугая. Берешь стрелу вот так. И чтобы сила шла не от кисти, а от плеча. Стрела должна слегка касаться пальца. Надо видеть цель и глазами, и ухом. Что случилось? Я помню. Не могу. Анна! Анна, ты куда? Эта девушка меня явно избегает, но почему? А ну иди сюда! Ты что творишь, Витах? В чем дело? Ты почему меня не предупредил? Хромой Ариф, оказывается, жив и готов нас всех выдать с головой. С чего ты взял? Кто тебе сказал? Слухи дошли. Нам их Паша в кофейне рассказывал. Все слышали. То, что Ариф жив, это правда. Но он без сознания. Лежит на кровати, что твои дрова. Я своими глазами видел. Он не то, что говорить, он дышать-то еле может. Успокойся, он почти труп. Ты правду говоришь? Ты точно видел Арифа? С каких пор ты не веришь моим словам, Фитах? С каких пор? Говорю тебе, я его видел. Ясно, что султан специально велел пустить эти слухи, чтобы поймать вас на крючок. А ты и купился. Слушай сюда. Я не знаю, жив Ариф или нет, но рисковать не хочу. Мне нужно немедленно исчезнуть отсюда. Так что пусть Эсма-Султан раскошелится. Я ради нее поступил со своей должностью. Я хочу много золота. Так и передай Эсме-Султан. Не забудь Халет Эфенди. Если я пойду ко дну, всех за собой потяну.
Повелитель, мы постарались, чтобы весь Стамбул поверил, что Ариф жив и разговорился. Хорошо. Теперь надо неотступно следить за янычарами. Скажи Мусе, чтобы отправил надежных людей на главную площадь. Замешанные в этой истории непременно себя выдадут. Намык, что может значить, если один человек при встрече с другим пытается от него скрыться? Сдается мне, что вы имеете в виду женщину. Пусть будет так. Повелитель, мне кажется, такое поведение можно истолковать двояко. Либо она не любит и поэтому прячется, либо наоборот, боится влюбиться, поэтому и бежит подальше. Повелитель, если позволите, я бы хотел отлучиться этим вечером по личному делу. Разумеется, Намык. Я считаю дни Либибе. Конечно, имеются некоторые препятствия. Но не за горами то время, когда я все преодолею и начну управлять этим городом. Я это чувствую. Первая попытка провалилась, но это не значит, что я отступлюсь. Вот только решу некоторые неотложные вопросы. А потом возведем на трон Эсму Султан, если позволит Всевышний. Ну а когда Эсму Султан станет во главе государства, ей непременно понадобится спутник жизни, ведь женщина не может одна управлять высокой портой. Тогда она и выберет меня, ей придется. Понимаю. Ты думаешь, а что же будет со мной? Ну, ты ведь и так одной ногой в могиле, а к тому времени и вовсе помрешь, Либибе. Приятных тебе снов. Калфа, загляни к Либибе. Она снова уронила поднос. Во дворец Эсма Султан. Чек. Трогай. Во дворец Эсма Султан. Анна, как ты себя чувствуешь? С самого утра ты просто сама не своя. Или это как-то связано с твоим сном? Прошу, не напоминай. Я стараюсь забыть, а он отовсюду появляется как нарочно. Ладно, тема закрыта. Я пойду в музыкальную комнату, поиграю накануне. Ты со мной? Нет. Лягу спать пораньше, пусть этот день закончится. Я уже устала убегать. Заир, пусть Амбер-ага приведет ко мне учительницу. Как прикажете. Халет эфенди, ты сделал, что я велела? Госпожа, я, рискую своей должностью и жизнью, проник в комнату раненого, но не успел ничего сделать. Туда вошел повелитель. Вот как? Нет. Не извольте беспокоиться, никто ничего не заподозрил. Однако я вряд ли смогу туда попасть повторно. Комната очень хорошо охраняется. Это плохо. Есть еще кое-что, госпожа. Повелитель пустил по городу слух о том, что Ариф жив. Сегодня Фетах-ага поймал меня в переулке. Он просит золота, чтобы бежать. Да еще открыто угрожает, если я подарю, всех за собой потяну.
Вот как? Я думаю, разумнее всего будет заплатить этому человеку и выдворить его из Стамбула. Ты прав, Халид Эфенди. Лучше всего поскорее разобраться с Фетахом. Однако я думаю, что избавиться от него всегда будет надежнее. То есть, ты скажешь ему, что я согласна заплатить, он плюнет на наживку, встретится с тобой, и ты его убьешь. Учительница, это я, Амберага. Пожалуйста, входи, Амберага. Зря ты подготовилась ко сну. Повелитель желает тебя видеть. Я не могу пойти. Скажи, я больна. Ну, хоть раз, согласись пойти сразу. Женщина, ты мне всю жизнь отравила. Я же сказала, не могу. Заставишь силой? Скажи, что я больна, что такого? Как я посмею лгать повелителю? Ты здорова, как лошадь. Говори, что хочешь, я не пойду, и точка. И это мое последнее слово. Всевышний, дай мне терпение. Завтра же сделаешь то, что я велела, Халид Эфенди. Конечно. Госпожа, на днях я видел, как вы расстроились, услышав, что Намык-паша ранен. Вы с ним знакомы? С детства. Мы вместе выросли. Неудивительно, что я расстроилась. Разумеется. Позвольте откланяться, госпожа. Вы кого-то ждали? Нет. Кто это может быть так поздно? Рейхан Кафе, взгляни, кто там. Добрый вечер. Я хотел бы увидеть Эсму Султан. Входи. Повелитель, учительница... Не пришла? Просила передать, что больна. Еще днем была вполне здорова. Что с ней? С ней что-то? Амбер. Повелитель, с ней все хорошо, она здорова. По мне так здоровей не бывает. Но попросила вам сказать, что больна. Значит, попросила, так сказать. Хорошо. Эй, Вахлар. Господи! Что расселись? Пошевеливайтесь! Быстро, быстро! Повелитель.
Ты почему меня избегаешь, Анна? Отвечай немедленно. Говори. Я просто... Что ты бормочешь, Анна? Я тебя спрашиваю, почему ты меня избегаешь? Отвечай.